В Казахстане может появиться республиканская программа по развитию юноармейского движения. С таким вот предложением во время межведомственной встречи по вопросам совершенствования военно-патриотической работы выступила депутат Сената Дариға Назарбаева. В мероприятии участвовали министры, руководители силовых структур, депутаты и воспитанники кадетских классов. Прозвучали и другие идеи по улучшению патриотического воспитания молодежи. Многие из них взяты на заметку и в скором времени будут рассмотрены в ходе очередного заседания парламента. В завершении участники подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в военно-патриотической работе по всей республике. Формирование высоких духовно-патриотических качеств, осознанного чувства долга и гражданской ответственности у нынешней молодежи через призму патриотического воспитания требует целенаправленной и слаженной работы и государственных органов, и молодежных организаций, и семей, и всего общества в целом. Это большая, важная для всех нас работа, миссия.